А теперь прикоснемся к мировой культуре. Представляем вашему неослабевающему вниманию радиоцикл «Литературное наследие Отто и международные последствия оного». Вещь пятая. Стихотворение. Товарищ Папанин, в Германии мешают приему Москвы. Послы в ожидании новой войны. Детектор кручу. Неожиданно слышу, как кто-то в наушниках слабо пищит. Товарищ Папанин на льдине дрейфует 40 недель. Скорее ему помогите. Наладьте с ним связь поскорей. А также родным сообщите. Консервы нам очень нужны. Вчера мы съели радиста и были с ним очень нежны. Летят в Москву радиоволны, мальчишки на север бегут. Им снится Северный полюс, в санях их собаки везут. Любители радио ночью не спят, трубки жуют, терпеливо твердят. Позывные рации RSX. Позывные рации RSX. Радиофронт ждет от вас вестей. Как там у вас? Отвечайте скорей. Не унывайте, ведь помощь идет. Держитесь зубами за лед. Товарищ Папанин на льдине дрейфует 140 недель. Он охраняет родные границы и ловит руками макрель. Съели меха от гармошки, съели мой нос и ремни. Но все равно это будут самые лучшие дыки.